В 2015 году мы совершили по-настоящему стоящее дело. Мы проехали пол России от Красноярска до Крыма, чтобы почтить память наших земляков, воевавших в Великой Отечественной войне. Спасибо телеканалу «Енисей» за возможность прикоснуться к истории. Мы многое переценили после этого путешествия. В новом году цените каждый день. Запомните каждое счастливое мгновение. С Новым годом!